Доброго ранку, мы з України. Нова неділя робоча. Сонечко, вода потекла в кранах потихонечку. Пить ее нельзя ни в коем случае. Мы скажем, когда можно будет, когда, то есть, смешаем ее полностью. Сейчас промывка системы, это техническая вода. Пить ни в коем случае нельзя, можно загреметь в инфекционку. Так, что у нас там? Парад Победы идет в России, позорный. Обязательно должно что-то заглохнуть у них на Красной площади, без этого никак не получится, наверное. Что хотел сказать, по перехватам есть такая информация у нас, что, оказывается, некоторые, как это сказать правильно, русские, которые умеют думать, там, в частности, это пилоты, часто отстреливались специально в поле, там, чтобы не наносить удар, не выполнять преступные приказы. Спасибо. Оказывается, и такие там люди есть, которые думают, которые отстреливаются в поле. Так и делайте правильно, никого не слушайте. Поэтому и Легион Свободная Россия тоже имеет место быть, развивается хорошими темпами. Скоро это будет серьезное движение.